Цветы каждому, кто не безразличен к чужой беде. В этот вечер таких оказалось более 700 человек. Эти люди купили билеты на благотворительный концерт с верой навстречу весне. За счет вырученных средств удалось собрать более 400 тысяч рублей. Эти средства пошли на лечение больных детей. Я очень благодарю всех астраханцев, потому что концерты на самом деле благотворительные. У нас в Астрахани проводятся довольно-таки часто сейчас. Поэтому это, наверное, говорит о том, что у нас самые открытые, самые светлые, самые неравнодушные и горячие сердца. Более 13 лет региональный благотворительный фонд имени Веры Жилкиной «Шаг навстречу» проводит такие встречи. За это время фонд собрал более 42 миллионов рублей. Эти деньги пошли на лечение более 500 человек. На этот раз свой вклад внес государственный фольклорно-этнографический ансамбль танца «Балкария». Творческий коллектив и лауреат международных конкурсов. Артисты выступали в Голландии, Франции, Японии. Когда узнали, что благотворительный фонд проводит концерт по сбору средств детям, сразу откликнулись. Любая помощь детям для любого нормального человека, я считаю, что это является долгом, тем более детям, которые чем-то больны или какие-то тяжелые жизненные обстоятельства. Поэтому, узнав о проведении данного мероприятия, мы решили откликнуться. Ну и еще подобного рода мероприятия, я думаю, укрепят дружбу народов и Астраханской области, и Кабардино-Балкарской республики. Может, дадут какой-то импульс в дальнейшем развитии нашей близких отношений. Открыл концерт астраханский государственный ансамбль «Песни и танцы». Артисты поприветствовали гостей. Коллектив из Кабардино-Балкарии был создан в 1988 году. Астраханскому зрителю они представили свои лучшие номера. Каждый самобытный народный танец зрители встречали с восторгом. Здесь две стихии – огненное буйство и легкое дуновение. Когда танцует мужчина, атмосфера накаляется до максимума. Девушки своей грациозностью делают танец мягким. Уровень энергии, ритм, динамика – все это передается от танцующих к зрителю. Уже после концерта они, не скрывая восторга от концертной программы, делятся впечатлениями. На концерты фонда «Шагу навстречу» мы всегда ходим с удовольствием, потому что всегда что-то новое они привозят к нам в регион, что-то новое показывают. Это очень красиво, забавно, интересно. И, конечно же, мы знаем и все уверены, что все те собранные деньги обязательно дойдут до адресатов. И очень важно, что все фонду «Шагу навстречу» доверяют. Им доверяют, и они продолжают помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. На празднике присутствуют и те, кто сейчас остро нуждается в помощи, а кто-то ее ждет дома или в больнице. Сегодня надежду на спасение получили еще несколько человек. Каждый день у них проходит с верой, что все будет хорошо. Алтынай Урумбаева, Вадим Матасов, Центр новостей.